Конец августа и начало сентября, как правило, время миграции перелетных птиц в теплые края. По мнению многих людей, пернаты отправляются южнее, потому что у нас им холодно. Как оказалось, это мнение ошибочно. У многих птиц под перьями расположена плотная подушка из пуха, которая служит отличным обогревателем при минусовых температурах. Главная причина того, что они перелетают в иные места – дефицит пищи. Поволжье, в частности, Республика Татарстан, имеет достаточные природные ресурсы для того, чтобы прокормить птиц и их потомство летом. К зиме продовольствие заканчивается, и пернатые путешественники улетают на юг. Если мы с вами некую статистику посмотрим, то из 300 с лишним видов птиц, которые обитают на территории Татарстана, более 30 видов, к сожалению, это небольшая цифра, но в то же время и немалые. То есть это более 30 видов птиц остаются у нас зимовать в пределах Республики Татарстан, в черте города Казани даже и так далее. Поволжье летом птицы могут позволить себе жить везде. Например, стрижи предпочитают жить на деревянных балконах квартир, где нет утепления. Есть примета, что стриж, поселившийся на балконе, является верным признаком уюта и спокойствия. Что касается окружающей среды, то она стремительно меняется, и пребывание перелетных птиц в наших краях сократилось. Уменьшение количества скворечников, рубка деревьев и даже закрытые мусорные баки – причины того, что к нам в гости стало меньше прилетать наших пернатых братьев. Несомненно, те события, которые происходят в городе Казани, они так или иначе отражаются на состоянии популяции городских птиц. Птицам гнездиться негде. Один пример. Ваши родители наверняка подтвердят, что скворцы были обычными для наших населенных пунктов птицей. Мы к этому привыкли. Вот сейчас я за сезон, будучи профессиональным орнитологом, хожу целый сезон в городе Казани, и если я увижу пару скворцов, это большая удача. Изменения в климате приносят не только негативные, но и положительные результаты. Чайки перемещаются с юга на Волгу, ведь увеличилась возможность прокормить себя из-за близкого нахождения людей и пищевой промышленности у воды. Ответственное поведение людей и понимание важности обитания перелетных птиц в регионах позволяют сдерживать спад популяции летних гостей. При этом сделать вклад в это может каждый, соорудив и повесив обычный скворечник на дерево или бортик балкона. Валерия Карташова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универньюз. We'll be right back.